Давайте, бейте этого пидора. Так, я кресты раздал. Бафы дайте. Просто зелье. Пей этим палом гильдию, получи ЧП. Виталик, он счастливый, вы в протопалах. Вообще вовремя. А кто хилы? Пятая пати. Пятая пати. Давайте, кто в лужах стоит и дохнет от лужи, тот пидор. Я видел и более достойных. У того заметка на неделю, Войт. Потретесь так, дайте на скарлете каплю. Делаем ДБ, кто упадет, пиздец, короче. Вчера один маг упал за эсинс. Можно роздать, кстати. Давайте, геп. ДБ сделаем, нахуй. Вышел как картоха, блядь, кто-то. А это вот этот хан писал. Юнита захил. Бомба. Сука. Не стойте в бомбу. Все, пидоров маленьких бьет. Дети Войда. Правого червя бомбить. Эмбо кто-то из... А, тебе бьем. Метку поставлю для слепых. Вы видите, там ложа. Желчный, счастливый, Скарлетт, забери обратно босса. Рано забрал, иди по рейду. Забери Скарлетт босса. Похуй, не забирай босса. Бегай. Все, забери. Смотри, если еще кинется зеленое говно, беги по зеленым людям. Счастливый. Иди. Сука, вы. Ха, войзду. Войзду. Да, как пизду. Че, чего нам запорол? Нет, не падаем. Давайте пойдем. Почему? Потому что я пошутил про ДБ. Потому что Войт опять упадет на следующем трае. Ну, давай, чтобы не обидно. Войт опять часов рано. Копытца, резни меня, пожалуйста. Петь этого слизняка. Так, надо какой-то баф себе дать. На мне слизь. Похуй, просто танчи. Просто в небо смотри. О, по следующий босс. Бьем этого. Едь. Я вам рассказывал, поедьте, блядь. Вчера рассказывал. Мне какой-то тип на работе у него погонял, едьте, блядь. Ну это давно было, в 2000. Ливый сейчас дашь. Парень, прыгни в центр вот сейчас. Вот сейчас давай. Он на меня бежит. Отбегаем. Чтобы он врезался в стенку и начнем его бить. О, почти получилось. Ну я отбежал. Видимо, кто-то другой подбежал, да. Под его атаку. Далеко он сейчас. Вот сейчас, давай. Я пока не могу прочитать это заклинание.
ни разу не врезался, что ли? Запускайте босса. Если кому-то хлам нужен какой-то, скажите. Трофеев. Сейчас великий чернокнижник Вилхрам Гипопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Встретите. Кто, скажите, пожалуйста, в ВРК, кто первый порол на трофей? Счастливый, по-моему. Первый пакел. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Тут очень просто. Когда я закончу, босс такой появится появится грозный демон. Надо будет его убить. Готовьтесь к затмению! Кинжал, ну кинет мне. Звездочки. Можно одного кротика спекнуть в ретрика. Да, спекнуть. Только один такой. Ну там в чат. Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Кто в тишине рулит, просуните? Тут я главный! До сих пор нет. Иди крик. С повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель пылающего легиона. Давайте, Гера. ЭД Гера. Чем-то я умираю. Явись, сестра! Господин Аркоский! Трафики. Завтра рейдов не будет. Вам побеги. Кажется, я неправильно чешку отбил. Там надо быть. Нужен разочарование. Я Исаак вылетарил. Вилу захил. Инфернал слить надо бы. Босса заводит и все. Гибель Вилфрада Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. Решение только шамана, да? К счастью, вы победили демона. Ну, вообще любым фоном. Мы из двоих ролевших, а третий выше ПР. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет... Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским... Тише! Тупил, успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Третий-то. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Да, суберитов.
хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Так, все в танках. Справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих. Короче, надо будет играть как в ПВП. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Ты запусти и назначи. Славу Альянса, герои, во имя кого? Вашего короля. Это было вот только вам бьет. Того, что ждет нас в будущем. Ну, хочешь, можешь поговорить вообще на этом месте? Да, я тебе дам сейчас ассист. Где ты? А, четвертый пакелок. Скарлетт, твоя звездочка. Виталик, он твой вар, кружок. Счастливый твой частный днём. Твой ДК. Ромбик. Кора, Сога, твоя луна. Лень, твой череп. Первым будем играть в Лока. Крестик сейчас поставлю. А, все стоим здесь, танки начинают. А, Макгрегор, дашь хватку в Лока. Чеки запускаем. Кресты, жмите одну кнопку, не спал. Все готовы. А, Верзила, можешь пекаться, ты никого не хватило. Да, да, давай. Играем крестик. Нет, ты его притяни, рогу, и потом кидай окову. Чтоб она ушла из рейна. Играем рядом с его. Череп. Не контроль. Престиж, жмем диспел. Тася, напомни мне, я вара держу, да? Да-да. Ну, все нормально. Кинь этому петуху, дизар. Это... Что вы там делаете, бля? Сука крутит своя. Пара на сегодня. Крестик. Крестик в мага играет. А, красавчик. Сзади достану. А, Макгрегор, встань по центру и притянешь этот к нам в рейд 300 потом. Петуша. Ну или ханта. Хан ближе, давай ханта протянешь потом. Выиграем крестик, бьем ханта. Крест доигрываем. Парочка гусей. Из армы, говорит, какие-то там. Сразу видно, чувак ПВП. Гусей, да? Петуша. Играем в Антара и Вилона. Антар ближе, давайте в Антара. Шнёк, стаунти его. Притяни в рейд Холипала Вилану. Жена поближе к нам. Макгрегор, давай. Кнопку масс-диспелла нашли.
нашел. На VP. И сейчас начинаешь жать. Не низко стало. КД было. Все, играем по кругу, выносим. Не, сало было. Рельгов не было. От моей хуйни. Топ рейд. Кабан. Хэ, там шам еще. Ой, это 4 диспела, что за фигня? Да, пока только выйдет. Нам еще этот портал неправильно скажет спецспособности на Валька, чтобы народ упал, чтобы ему обидно не было. Еще 3 CR для следующего босса. Че, серьезно? Ну ладно. А че бы нет? Спецспособности скажешь и все. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Так. Запускай. Поступал, бери. 99. Белую стоишь. Из глубин ледяной короны навстречу. Тотемы. Валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся. Так на пульте, только нормально, чтобы они не бегали. Упал таунти, там мат таунтом, потом таким, если будет бегать сюда, к нам в мидизон. Чек. Чек. Я черный, да. Черный. Копыта. Все готовы. Все, поехали. БДК. Мне курица. Скоро спецспособность. Берем белую, бьем светлую, вернее спецспособность 5 секунд. Черную берем. Давайте вливайте щит, надо. Я
Спецспособность еще одна. Забивайте босса просто. Орды, паладин, мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, почему нам мало? Больше. Сложи ледяной... Став Яререль, да? Нет. Мы, рубианцы, воздвигли целую империю. Фера, давай. Типа мы не договаривались, нет. Просто говори, бейте этого пидора. Нет, потому что ты козявка, потому что ты упал. Все, я теперь не Яререль. Связанности на ладно. Да сколько ты? Мне Фордринг. Ты сейчас, блядь, вайпнемся еще. Не знал, что мне там ебанет, блядь, что там. На червяке это. Кто меня убил вообще, хуй знает. Пал очнулся, гипс. Чекнем. Ну вы знаете, да, что делать? Копытце знает, как хилить. Принимайте готовность. Начинайте. Бейте этого крылатого гуся. Душа. Треш, подводите под босса. Изливаем его. Просто столько много ДПС, что у босса 43%. Ты б еще тут выйдешь. Не знаю, я ни одного Бонда не смотрел. Послушать наш совет. Как мы его посмотрели, ты че? Как нам это удалось? Я
Я спектр посмотрел, ну так, более-менее за один раз. Давайте, трэш, смотрите. Трэш убиваем весь, и потом только босса. Стойте, постопните в босса. Под босса, бейте трэш все. Стопать не обязательно, если перейдем, ничего страшного. Заливаем плохо. Пока рост не дает. Добейте сначала. Ёбаный трэш. Все, давайте рот. Не роняйте метки, мага, осуществляйте. В сторону трэш. Сбивайте справа. Справа кто стоит? Ну, да, он теряет. Старенная ты. Опять на танк. И выкройку. Кто выиграл выкройку? Старая. Защитник надо? И три завоевателя. ЕП, подожди, не давай. Мне не даю, я еще утро жду. А где этот спаркидет? Не вижу. А, вот. Завоеватель. Никому не надо, что ли? А на танка плачка не надо было. Кому? Там кто-то заходит. Молчат вообще, пришли, молчат, молчат. Ты, батя, ты наш? Блять. Чё, всё? Чё, накидывай, чё нет? Ну, молчат, накидывай.
Чё, у меня оповещения нет, что ли? О, ебать, что это такое? А, я завис.